Здравствуйте, меня зовут Владлена Хмара, я пластический хирург Реал Клиник. Мой опыт работы более 20 лет, я кандидат медицинских наук. Сегодня мы поговорим про чек-лифт. Эта операция подразумевает лифтинг щек в центральном отделе. Операция выполняется совместно с пластикой нижних век всегда. То есть отдельно чек-лифт без пластики нижних век не выполняется. Эта операция показана пациентам с ярко выраженными слезными бороздами, а также выраженными малярными мешками. Возраст в этой ситуации не имеет значения. То есть эта операция может выполняться в любом возрасте. Суть операции в том, что это очень малоинвазивная, деликатная операция. Выполняется через доступ в области нижнего века под ресницами. При этом достаточно глубоко отслаиваются ткани средней зоны лица, то есть центрального отдела щек, которые требуют коррекции и лифтинга вверх. Мягкие ткани поднимаются вверх и фиксируются за нижний край орбиты. При этом позволяют откорректировать такие структуры, как малярные мешки и носослезные борозды, избавляя пациентов при этом от темных кругов под глазами. Но при этом данная операция позволяет избежать провалов больших под глазами и улучшает контур именно центральной части щеки. Операция очень надежная и достаточно широко распространена среди молодых пациентов, так как коррекция малярных мешков и слезной борозды – актуальный запрос при омоложении именно средней зоны лица. Эффект от данной операции сохраняется на долгие годы. В среднем это 10 лет у всех пациентов, у некоторых даже дольше, в зависимости от типа лица. Эта операция очень актуальна для тех пациентов, которые пытались избавиться от выраженных малярных мешков и темных кругов под глазами с помощью филлеров у косметологов. Это позволяет избежать именно часто инъекций в эту зону и решить данную проблему на несколько лет. При желании, конечно, пациент может посещать косметологов, это улучшает контуры и средней зоны лица, и качество кожи, однако данная операция позволяет решить глобально вопрос именно с малярными мешками. Разрезы при этой операции проходят под ресницами, абсолютно незаметны через месяц после операции. Период реабилитации короткий, в среднем через неделю снимаются шовчики под ресницами, и пациент может с легким макияжем выходить на работу.